Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня пришла очередная посылка из Китая. Посылка, сразу скажу, по рыболовной теме. Давно ее ждал, думал, придет еще до запрета рыболовного. Но пришла уже в запрет, но ничего страшного. Будем ждать, когда запрет закончится, и тогда испытаю эту вещь, которая в посылке. Сейчас вскрою, вы все увидите и поймете. Так как сейчас в Белоруссии действует запрет, ловить только можно на один крючок, на одну удочку или на один спиннинг с одним крючком. Вот. Я заказал с Китая поводки. Металлические отличные поводки. Что они из себя представляют? Поводок металлический. В оплеточке. Сделано довольно-таки добротно. Вот. Сейчас размотаем и посмотрим. Хорошо закручен, хорошо уложен. Заказывал с сайта AliExpress. Ссылка будет в описании под видео, кого заинтересуют данные поводки. Ну вот, друзья, сейчас уберу, чтобы не мешали сфокусироваться. Вот такие поводки. Заявленная нагрузка на них была что-то в районе около 22-30 килограмм. В принципе, все сделано из металла, довольно-таки добротно. Должны выдерживать хорошую нагрузку. Для чего я их заказал? Заказал для фидера, для донок закидух на спиннингах, чтобы можно было, например, вниз вешать кормушку или грузило, а сюда по два поводочка. Где-то метровый поводок, где-то в районе метра. То есть поводки будут в разных толщах воды. И сделано уже не самодельно, не кустарно, а довольно-таки, говорю, прочно. Хорошая снасть. Даже можно попробовать и на сомов половить сомиков. Да и вообще, я считаю, что эти поводки стоят своих денег где-то в районе около 80 центов за один поводок обходится. Сами видите, что сделано добротно, упакованы вот такую упаковочку. 5 штук вместе с доставкой мне обошлись где-то в районе $3.80. Ну, там по ссылке посмотрите. Кому интересно, заказывайте, не пожалеете. Вещь действительно и быстро собирается весь монтаж. То есть крепится к петле. Ну, это я покажу уже на рыбалке. Крепится к петле на плетенку или на леску на толстую. Сюда крепим кормушку, поводки. И закидываем снасть. В принципе, очень удобно, компактно и довольно-таки интересная снасть. Что не надо самому бегать, покупать эти всякие вертлюжки, замки, бусинки. А все уже готово, сделано и тем более за небольшую цену. Спасибо, друзья, за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео. Спасибо вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким.